Терамобил, Нефтекамск, Янаульская 1А. Телефон 236-88. Данное мероприятие будет проходить в несколько этапов. То есть с 15.00 до 16.00 пройдет общая пленарная часть в актовом зале школы номер 13, где выступит помощник уполномоченного по правам ребенка, представители здравоохранения, образования, центра занятости населения и жилищного отдела администрации городского округа город Нефтекамск. С 16.00 до 18.00 в актовом зале и в кабинетах будут организованы площадки, где все желающие могут получить консультацию по всем интересующим вопросам. Ну а для тех, кто не сможет прийти, откроют горячую линию. Она будет работать с 6 до 7 вечера. Номер телефона 8-347-83-514-37. День правовой помощи детям приурочен к дате принятия Генассамблеи ООН в 1959 году Декларации прав ребенка, а в 1989 – Конвенции о правах ребенка. Документ обязывает страны обеспечить детям хорошую жизнь и счастливое детство.